В мегаполисе ожидают всплеск аварийности с участием пенсионеров-дачников. Это отдельная категория водителей. Многие из таких не используют машины в зимнее время, а передвигаются на транспорте исключительно в период с мая по сентябрь и только до садовых участков и обратно. Подробнее в рубрике «Эксперт» расскажет Игорь Суханов, заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области. Практика показывает, что, несомненно, ежегодно, начиная с мая по октябрь, наблюдается некий всплеск аварийности. И это именно связано с той категорией водителей, о которой вы говорите. Вот. Средний прирост, значит, показателей по количеству ДТП, значит, он увеличился на треть, погибшими в два раза. Пик показателей приходится на август-октябрь. Видимо, это связано с какими-то окончаниями там, дачных сезонов и... Водители возрастной группы от 60 и выше стали виновниками почти каждого 12 ДТП от общего их количества. Среди указанной возрастной группы, значит, 10%, 4 человека погибли, это 10% от травм, полученных ДТП, из них один водитель и 3 пешехода. 44 человека, значит, ранены, из них 12 водителей, 13 пассажиров и 19 пешеходов. То есть вот такая статистика, которая относится к... водителям, к участникам дорожного движения 60 и старше.